Такой передвижной пункт забора крови появился в Сочи еще до Олимпиады. В этом сертифицированном медицинском автомобиле проводилось экспресс-тестирование мигрантов на ВИЧ-инфекцию. Передвижной пункт также выезжал в села и работал во время разнообразных мероприятий по здоровью. Скрининговое обследование проводится бесплатно. Используются быстрые тесты для определения маркера ВИЧ в слюне и крови. Результат выдается через 15 минут. Отрицательные результаты, они не всегда объективны. Есть так называемые серое окно, когда вирус в крови есть, а клиники и антител, которые мы определяем, они могут отсутствовать. Это экспресс-метод, который не является основанием для постановки диагноза. В любом случае, при положительном результате в центре профилактики СПИД будет проведена серия дополнительных исследований. Пройти предварительное обследование смогут все участники Всероссийской недели труда. Проект, разработанный Международной организацией труда совместно с Министерством здравоохранения Краснодарского края, направлен на информирование населения и профилактику заболевания ВИЧ-инфекцией. Это проблема мировая, в том числе и проблема России. И трудовые коллективы, а здесь на площадке недели будут представители службы охраны труда, руководители, даже топ-руководители крупных компаний. Трудовые коллективы – это очень удобная форма, удобная почва для того, чтобы пропагандировать и методы диагностики, и пропагандировать методы предотвращения дискриминации работников. Помимо передвижного лабораторного пункта, в здании медиа-центра будут установлены 5 медицинских палаток. Там участники форума смогут получить консультацию психиатра, узнать всю интересующую информацию по разному спектру заболеваний. Работать будут свыше десятка специалистов из края различных направлений. Кстати, по решению правительства, Всероссийская неделя охраны труда теперь будет проводиться в Сочи ежегодно. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.